Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я не один, со мной... Тик-такимус, ребятушки, всем огромный привет! Ребята, и прямо сегодня у нас будет дуэль на АВМ Трэшер Хантер! Если кто не в теме, то Тик-так тоже недавно купил Трэшер Хантер, давай меняться, давай смотреть. И прямо сегодня, возможно, у меня будет второй АВМ Трэшер Хантер. На АВМ Трэшер Хантер есть прикольненький брелок, это маленький Керамбит Голд, такой же маленький, как... Как мой Керамбит Голд и твой Керамбит Голд. Да, да, конечно. Ну что ж, дорогие друзья, а вы, пожалуйста, поставьте лайк за эту мега-дуэль, потому что мы будем очень сильно потеть. И если кто-то из нас выиграет, тот будет стоять на коленях. Ребят, реально, по-братски, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И прямо сегодня будет битва двух парней на АВМ Трэшера Хантерах. Ну что же, Тик-так, ты готов? Я готов! Так, ну что же, правила самой обычной игры. Бейтёмка, Тик-так, я желаю тебе удачи и, конечно, желаю тебе проиграть! Это я хотел сказать. Ну что же, говорится, пусть победит сильнейший, то есть Кента пока. Поехали, играем, Бейтёмочка. Я думаю, ты не будешь там сильно крестить, не будешь сильно бомбить. Надеюсь, мышечка будет доводить у братика, правильно? Так, ну что же, ребят, хыш ты, голубка прошла. Я так, наперед, напишите, пожалуйста, скоро она пролетит. Тик-так, ему ой, кто-то спалился, да, ой, кто-то спалился. Ах, кто-то такой красивый, там мальчик, опа. Ага, ой, ах, ты еще сдегла. Не-не, молодой человек. Ну вы посмотрите на это. Посмотрите. Да это же Raid Shadow Legends. Крутые боссы, да. Миллионы игроков, да. Годы контента, да. Регулярное обновление, да. И все это в Raid Shadow Legends. Скачай его по моим ссылкам. Ну а мой самый любимый персонаж это Лиссандра с высших эльфов. Ее второе имя это скорость, потому что она может делать моих тиммейтов быстрее, а моих врагов медленнее. Также я люблю играть за арбитра, потому что она может возрождать и даже лечить команду. Ну а в прошлом месяце вышло самое грандиозное обновление в рейде. Добавили роковую башню. Это гигантская башня со 120 этажами. Я ждал это очень долгое время, и мне просто не терпится погрузиться во все это. И это не все. Также к праздникам добавили 14 потрясающих чемпионов. Ну чего ты ждешь? Качай рейд именно по моим ссылкам в описании. И в качестве нового игрока получи на один день ускоренную прокачку, запас энергии, древний осколок, 50 рубинов, а также крутого чемпиона Вала. Также в рейд можно играть как на телефоне, так и на компьютере, поэтому я жду тебя именно тут. Не понял. Что это было? Это был хэдшот. Пока? Не, ой-ой, фамилия Верикин, ребята, такие слова нельзя говорить, ничего, ты же знаешь, что это означает в переводе. Ну да, это означает... Это фамилия Верикин, ребят, ни в коем случае мы ничего не имеем, говорится, против ваших мам и так далее. Так, ну что... Я это брежу, это... Ну что же, раунд номер два. Тик-так, я беру секретное оружие. Я думаю, ты пол какой. Мне близко подходить нельзя, ой. Не, ну слушай, чувак, ты как в воздухе даже в антапы. Не, братан, слушай, я АВМ Трэшер Хантер продавать не хочу. Ты давай, пожалуйста, завязывай с этим дерьмом, а то как-то, ну сам понимаешь, не камильфо. Так, ну что же, дамы и господа, я еще раз напоминаю, что сегодня проигравший продает свой АВМ Трэшер Хантер, который стоит, внимание, после закупки 200к, а на рынке 1 миллион голды. Это самый дорогой скин. Тик-так, рассказывай, как ты получил АВМ Трэшер Хантер, мало ли кто не знает. Эх, ребяшки, сыграл я дуэлечку с одним парнем и выиграл его, и забрал. Охренеть! АВМ... Чувак, скажи, с кем ты играл, я тоже хочу с ним сыграть. А, так, а, я понял, 3-0, все, все, я понял, ребят. Я перестаю шутить и включаю режим Халка. Вы знаете, что это означает? Это значит только одно, то, что прямо сейчас пройдет головочка. А если я еще люблю хаешечку, то пройдет не только головочка, пройдет и попочка. Видишь ты, я тебе сейчас дам попочку. Давай, 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 погнали, родники, давай, давай. А, значит, хаешечку закидываем, но промахнулись, промахнулись. Ага. Раз, Виталий, я бы не игрушки, это пока сделал 3-1. Братан, я же, понимаешь, я же главный по прострелам. Даже не пытаюсь прострелить Тёмочку, если там Кента ПК, потому что пройдет попочка. Ребят, теперь новый хэштег. Раньше был хэштег прошла головка, теперь прошла попочка. Так, главное, ну что же. Еще прошло Кента. Ну да, чтобы не члета там. Слушай, а давай с тобой такой челлендж. Когда у тебя и у меня будут деньги, сыграем один раунд на АВМах Трэшер Хантерах. А то мало ли кто-то не верит. Согласен, согласен. Так, ага, ага. Так, а что это мы там делаем? А мы где-то крысим. Ой, а мы где на лангу, наверное, сидим. О, ты что, в Тёмку пошел? А что у тебя на лангу нету? Так, ну вот. Может быть и у Тёмку. Так, ну вот. Больно ноги. Попал, попал, попал. Да, головочка прошла, попочка прошла, на ножка прошла. Поехали, пацаны. А, ну, не по... а что-то мы смачим, да, что-то мы смачим, да? Ну, ты знаешь, что сейчас будет.
Ты чё, ты обещал, что ты в тёмке будешь? Я почти в тёмке, я захожу. Точно? Точно. Ах ты маленький врунишка. Слушай, а вот сейчас реально немножко стрёмненько. А вот где ты, интересно, знал бы ты, где я, Слушай, а время-то тикает. Я на твоем месте боялся бы, где я нахожусь. Очень боюсь. Я уже знаю, где ты находишься, потому что я прочекал тёмку. И сейчас жди попочку, приятный сюрприз. Странно звучит. Ютуб, если что, это все, конечно, шутки. Так, братишечка, а что же? Ну, короче, я понял, ты сидишь на РСВМ и хочешь получить хедшотик от меня, правильно понимаю? У тебя АВМ, я чувствую. Ну у тебя же АВМ! О, так, ребят, проверяем АВМ Тержгантер ТикТака. За что? Так, слушай, ну АВМ у тебя вроде бы настоящий, вроде не фейк. Пацаны, вроде не фейк. Кто шарит, напишите в комментариях по-братски. Это фейк. Так, ну что ж, слушай, OVM. Я скажу так, катка довольно-таки потная, но у меня есть секретное оружие. Как думаешь, что это? Это не мой писюн, это. Так, слушай. Молодой человек, ну нормально же общались, но ты где опять там сидишь-то? Ну тебе вот не надоело? Мать моя женщина, это Тёмка! Забрали обратно АВМочку, а теперь Кентуха сидит без АВМочки. Я понял. Со своим маленьким керамитиком Голд. Окей, хорошо, договорились, 2-4. Ребят, вы знаете, что если я захочу, я могу просто силой мысли замочить ТикТака. Все. Ай, чувак, 30 хп осталось. Так, ну что, ты знаешь, что сейчас будет, правильно? Каешь. Ой, красиво-то. Слушай, ты мне обратно ВМ Тержгантер отдаешь, ну ладно. Я ноускопом попал, понимаешь, ноускопом и гребаные. Гребаные стрим-снайперы, 3-4, пацаны. Поехали. Слушай, ну у тебя неплохой АВМ, но мне больше очень почмак нравится. Пацаны, а что нравится вам? Какой брелок? Брелок ТикТака или мой брелок очень почмак? Напишите в комментариях. Очень почмак прикольный, ну блин, ну согласись, Керголд как-то... Ну, слушай, он красиво, но очень почмак, он смотрится более дорого. Ставили жирную точечку на жирном кинте. Чёрт, я еще не понял, у тебя там бесконечные или как они? У меня здесь фабрика по производству АВМов. У меня такое ощущение, что каждый раунд АВМ, я понял, окей. Я с этим челиком, который мне продал АВМ, списался, у него их 3. И он тебе все продал. Каждый раунд будет новый давать. Так, ну что же, счет 3-5, ребят, пока что, честно говоря, ну, счет меня не радует, но вы сами знаете, сейчас будет победа, наверное. Ох, чувак, это легенда! Ты ж слева был. А ну-ка, блин, чувак, я хочу купить свой АВМ, но мне никак на него не хватает. Поэтому в следующем раунде, если я тебя сейчас замачу, по-любому покупаю АВМ, и вот тогда попыляшу. По-любому, давай. Вот тебе маленький подарочек, чтобы кента не простреливал. Правда, я хз, куда попал дым. Так, вот тебе вот так. Ребят, тупо скидки от киберспортсменов, кента ПК продакшн. Кент АПК Продакшн представляет. Опа, а слушай. Яйцо прострелил, алю. Ну у тебя второе есть, не переживай. Ладно. Так, ну что, ребята, а вот сейчас вы видите богатую жизнь. Ой, три голдскула, ой, очень пошмак. Братан, мне уже 20 хп осталось. Я просто увидел мой скин, мне уже хп отнялись. Слушай, такой вопросик, а где нахрен твои голдскулы? Где твой очень пошмак? Я еще пока не нацелял. Не успел. То есть, так сказать, у тебя пока что девственный АВМ, правильно? Ну, пока что да. Так, а ну... Блин, чувак, у тебя там 3 сантиметра твоего уха было, понимаешь? Прям бы в ухо залетел патрончик. Чувак, у меня, короче, бывает какая-то хрень, мышка полупристает стрелять. Видел? Я стрелял тебя и резко перестал. Блин, у меня тоже такое бывает. Это называется хэштег мышка доводи. Смотри даже, кому интересно. Там реально тупо пол секунды перестал стрелять в тебя. Так, ну чё, 5-6, блин, слушай, ну прям... Уйля! Так, а ты-то думаешь, я в тёмочке, да, наверное? А я в тёмке, да, ты прав. А может, не в тёмке? А что ты скажешь на вот это, сыночек? Это называется прострел от Кента ПК. Это называется опыт не пропьёшь, но пыточки... Тише, братан, не кричи. Слушай, ну у тебя по-любому там 5-10 хп, ну максы. Ну чё, ну я по тебе попал раз в миллиард. Так, и главное не топает-то. И главное ТикТак-то не топает. Ага. Так, я понял, ну что, сейчас будет мясо.
Чувак, я знал, что ты там, я не хотел! Топ мясо, топ брат. Ладно, ребят, я себя заменил киберспортсменом на секундочку. Оля, ребят, плохие дела. Плохие дела. Так, ладно, чувак, все, давай, 5-7, ну блин, а... Ой, мне кажется, нет, я люблю своего Энтершхантера, я тебе его не хочу отдавать, ни в коем случае, ни в коем разе. Блин, мужик, давай выходи, давай жить дружно, я привел перемирие, просто ты свой ВМ продашь. Мать моя женщина, ты гребаный читер! Ты раз, Виталий! Опа! Твою налево, Соня пошел как крысок! Не, ну мы играли поединка, потом пацаны говорили, все по-честному, без обмана, у Кента ПК Сулеймана. Поехали, мужик. Давай, 6-7. Слушай, блин, чувак, ты понимаешь, если ты сейчас просто удачно по мне попадешь, я должен буду продать АВМ Treasure Hunter за 0.03. Чувак, поверь. Братик умеет. Хотя подожди, а мы же с тобой не договаривались, за сколько буду продавать. Не понял. Я тебе за 200к продам. Мать моя женщина, ну нахрен! Ну что, дружище? Давай, Кентушка! А вы ну блин! Кентушка, у меня есть на закуп. У тебя 200к есть? Да, конечно! Чувак! Я специально перед Олькой задонатил, чтобы ты мне вообще слил. Ну что? Чувак! Такие условия, ладно. Давай, заходи на рынок. Ничего, честно. Заходи на рынок. Блин, ну я захожу. Давай. Это самый дорогой скин. Его все две штуки в игре. Я еще должен продать. Давай. Чувак, нам Country Road School. Я зашел. Поставил, видишь, 200к. Да. Чувак, я уже поставил цену 0.03. Чувак, готов? Готов? Да. Считай до 10. 1. 2, 3, 4. Медленнее, 5, я хочу разбить кайф. 6. 7. 8. 9. Стой. Ладно. Люблю, братик, ты лучший. Просто, ребят, поставьте за это лайк и подпишитесь на мой канал. Тогда кто ждет, братан, я тебя люблю, ты лучший. Ладно, будешь отрабатывать потом, когда приедешь.